Когда достаёт Динамо и переполнен стадион, смотрите, кто сидит с прекрасной дамой, ну, конечно, он. На нём всегда костюм отличный, кофе с молоком. И столичных очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто любит чублин и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 стиляга из Москвы. Но кто же его не знает? Вася, 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 стиляга из Москвы. Там, там, та-да-дам, бум-бум. Я просто себе разбил. Я решил сзади как бы идеи давай, загрузить. Да, 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 нет, нет, это загрузить типа топ 100 караоке, короче. Ну, подожди, подожди, не, не, слушай, слушай. А на первом это самое. Черный ворон? Не-не-не, подождите. Я открыл первую ссылку. И это, знаете, вот есть это, блядь, ебаный стыд. Так. Я думал, что это будет. Это просто какая-то жесть. Ну давай, давай, да, удиви нас. В смысле, то есть Нюша целуй, это самое приличное, что есть в этом списке. Я даже не знаю, кто это. Я знаю, кто это, но не знаю, песни слова. Я листаю и просто охреневаю. Смотри, нас снимают. Скрытая камера. Андрей! Почему скрытой? Открытой? Я ничего не скрываю.